В общем, всем привет, мои умники, с вами кто правильно, Боди. И я видел, вы меня просили посмотреть вместе с вами Мама Мо Го-го Беби. Я просто не понимаю, что это, потому что это выложено на One Tag. Это вот канал, где обычно кей-поп выкладывают, если я не ошибаюсь. И реально вы меня просили в комментариях. А я говорил, что комментарий, который набирает больше всего лайков, тот следующий кей-поп мы и посмотрим. Так что погнали это заценим. Так. Так. Но это точно не Blackpink. Очень приятная музыка в начале, прям такая спокойная. Ладно, ладно, хорошо, хорошо, прикольно, мне нравится. Они, вот эта девушка очень худенькая, ну вот серьезно, она прям настолько худая, что как дистрофик выглядит. Она красивая, но как дистрофик. Вот ей бы набрать вес, неужели, вот объясните, неужели, когда ты уходишь под продюсирование в кей-поп, тебе нужно определенным, в общем, определенным мерам соответствовать. К примеру, нужен определенный вес, нужен определенный рост, нужен, извиняюсь. Объясните. О, вот это, кстати, хорошо было. Нет, ну я скажу так, я первый раз вижу эту группу, но она начинает зажигать постепенно. Типа сначала легко, а потом сильно. Заметьте, заметьте, здесь очень много разных локаций. Ни хрена, а у нее голос. Мне очень сильно сейчас нравится этот голос. Он у нее очень красивый. Кстати, смотрите, как я стопнул. Блин, блин, вообще, мне нравится. Очень-очень много разных локаций, очень зажигательно, во-первых. Во-вторых, как раз сказал, вот разные локации. В-третьих, девчонка, вот мне очень понравилась как раз вот эта девушка, которая блондинка, она, вот у нее голос прям... Да. Не маленькая еще вот эта девочка, чтобы так делать. Вот это хорошо. Вот это спецэффекты офигенные. А у них там типа... А что у них там? А, у них там вечеринка. Так.
Так. Пришли на вечеринку. Нормально. Ладно, она очень зажигающая. Нормально, нормально. Но я скажу так, я об этой группе еще... А, я понял, как они поменяли специально. Ладно, что я могу, короче, сказать? Ну-ка, еще не все. А, вот теперь все. Короче, что я могу сказать по поводу этой группы? Мне зашло, потому что это, во-первых, зажигательно. Очень много разных слов, но это... Ладно, я не знаю эти слова, но слышно было, что очень много разных слов. Это во-вторых. В-третьих, я могу точно быть уверен, что там очень много разных локаций, ну просто дофигища. Мне понравилась какая там динамика, мне понравилось, как это все происходило. Именно с клипом это офигенно смотреть. Типа, даже в машине послушайте, это просто динамично. Сначала спокойно, а потом все нарастает, нарастает и пау! Короче, спасибо большое, ребят. Мои умники, мне очень понравилось. Если что, напишите комментарий, какой следующий кей-поп мы с вами посмотрим. И спасибо огромное, что досмотрели до этого момента. Одна просьба, ставьте на колокольчик уведомления, чтобы вам приходили они в ютубе. И до новых видео.